знаете, могу позволить все, и тренажерный зал, и сводить девушку в кафе. Тут очень понравилось, я, наверное, останусь в Варшаве. Друзья, всем привет, с вами Антон, HR on Group. А сегодня мы с Султаном. Султан, привет. Здравствуйте. А, Султан приехал из Бишкека, да? Да, я приехал здесь из Бишкека. А, Султан, сколько ты уже здесь находишься? Я уже нахожусь тут 3 месяца. Здорово. А нравится? Мне тут очень сильно нравится. Класс. Скажи, пожалуйста, где работаешь? И ты с девушкой, насколько я помню, приехал, да? Да, я приехал сюда с девушкой. Я работаю в складе, в одежде. Здорово. Нравится? Не тяжело? Вроде бы нет. Не тяжело. А как по зарплате? Получается сэкономить, получается отложить, получается что-то себе позволить еще? Конечно, получается. Довольно? Довольно, да. Хорошо, а как по развлечениям, тренажерные залы, еще что-то, кафе с девушкой, вкусно питаетесь, что еще вы себе позволяете? Знаете, могу позволить все, и тренажерный зал, и сводить девушку в кафе и так далее. Здорово, класс. А давай тогда сегодня с тобой поговорим про тренажерные залы. Ты ходишь в тренажерный зал, правильно? Да, я уже месяц, по-моему, хожу в тренажерный зал. А как здесь уровень тренажерных залов? Я бы сказал бы... Это Европа. Тут классно. Тут все классно вообще. Слушай, ну ты классно сказал. Хорошо. Я знаю, что, допустим, в моем тренажерном зале, куда я хожу, есть не только тренажерный зал, но есть и сауна, есть даже где-то массаж, какие-то кислородные коктейли, бассейн. Скажи, пожалуйста, про свой зал расскажи, про свои преимущества твоего зала, то есть сколько ты платишь, какая-то карточка может у тебя есть. Скажи нам, пожалуйста, каково оно? Тренажерный зал я в месяц плачу 70 злотых. Что тут очень хорошо, ты можешь ходить в любой сеть этих тренажеров. Там есть сауна, там есть бассейн и так далее. Много чего, да, то, что в обычных залах у нас нету. У тебя карточка или как у меня приложение? Я вам скажу то, что я не пользуюсь карточкой. У меня в телефоне приложение. Я вхожу в зал с этим приложением. Я даже не ношу с собой карточки. В зале есть батончики, протеины. Ты можешь их снять в автомате. Тут очень классные, современные и очень удобные залы. То есть ты доволен всем? Я очень доволен. А скажи, получается ли у тебя совмещать с работой? А достаточно ли у тебя времени? Как, то есть ты приходишь домой, там покушал и потом идешь? Или же ты берешь с собой на работу рюкзак и сразу же едешь на тренировку после этого? Так как я с женой, я работаю в день всего лишь 5 часов. После работы иду к жене, получается. Покушал и пошел в зал потом. То есть времени тебе достаточно? Времени, конечно, достаточно. А скажи, пожалуйста, какие у тебя перспективы, какие планы дальше, что хочешь, может, чему-то новому прийти еще? Ну, в будущем, я думаю, остаться жить в Европе, и мне тут очень сильно нравится, вот что я вам скажу. А скажи, это нам тоже нравится. А скажи, пожалуйста, а ты планируешь в Варшаве жить или в другое место, может, куда-нибудь хочешь переехать? Я сюда как-то уже привык, в Варшаве. Тут очень понравилось, я, наверное, останусь в Варшаве. Здорово, хорошо. Ну, ты помнишь, что мы еще от работы тебе потом откроем карту побыта. Скажи, пожалуйста, а тогда ты планируешь дальше, может, еще поступить учиться или же на другую работу? Как у тебя перспективы, планы твои? Ну, я вам так скажу, я вообще не планирую учиться, мне по душе вообще работать, домой ходить, и все, мне этого хватает. И тренажерный зал. И тренажерный зал. И с женой в кафе. И с женой в кафе. Класс. Хорошо, спасибо тебе большое, Султан. Расскажи, пожалуйста, карточку, как открыть, мы уже знаем. А как зарегистрироваться и получить QR, вот этот код в приложении? Это тяжело? Это очень просто. Вы заходите в сайт, регистрируетесь. Там не надо знать польский. Сайт автоматически показывает, на каком языке вы хотите увидеть. Регистрируйтесь и оставляете номер карточки.
И вроде бы все. Можно я тебя попрошу на твоем телефоне показать вот это приложение? Ты не против? Да, я не против, я сейчас вам покажу. Класс, спасибо, давай, доставай телефон. Здесь вы можете себе заказать тренера. Здесь вы можете посмотреть расписание тренировки. Здесь вы можете заказать себе продукты. Здесь вы можете себе тренера выбрать, да. Здесь вы можете еще оплатить. Вот. Это сколько стоит абонемент, да? Это сколько стоит абонемент. И это сам абонемент и его длительность, да? Это да, сам абонемент – это его длительность. А что с QR-кодом? Сейчас его нету или он есть? Нет, так как сейчас карантин у нас в Польше, у нас все закрыто. Через месяц, я надеюсь, все откроется, и все будет хорошо. Да, да. А еще добавлю, друзья, то, что вы можете зарегистрироваться по программе, и если вы там член клуба тренажерного зала, вам на электронную почту от них будут приходить бесплатные онлайн-тренировки. А также я вот хочу добавить, взял с собой карточки своей девушки, она является студентом, она называется Be Active Comfort, вот она так вот выглядит, она очень удобная, карточка эта тоже заполняется довольно-таки просто, ну, естественно, надо быть студентом, и вы можете ходить в тренажерный зал, посещать его в течение полугода и заплатив за это где-то, ну, 170 злотых. Вот она у меня заплатила 170 злотых. Это, ну, это смешно, это бесплатно. Но есть, конечно, одно но. Вы должны прийти в зал до 16:00. В общем, это очень удобно. И, ну, если у вас время позволяет прийти до 16:00, отметиться, то это, ну, круто, потому что, ну, как правило, еще в это время всегда меньше людей. Друзья, надеюсь, вам было очень полезно. Султан, спасибо большое, что ты согласился с нами поделиться информацией. Может быть, каких-нибудь пару напутствующих слов нашим подписчикам скажешь, пожеланий? Я вам скажу так. Приезжайте, ребята. Тут все хорошо. Тут вам всем понравится. Я вас жду. Я вас тоже, друзья. Друзья, приезжайте действительно в Варшаву. Мы вас ждем. У нас огромное количество вакансий для вас не только в Варшаве, но и в других городах Польши. А если хотите не только в Польше, мы вас готовы отправить вообще по всей Европе. А Швейцария, Норвегия, очень хорошая зарплата. Мы вас ждем. Давайте быстрее к нам, друзья. Всем пока.